Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чем сидело. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно. Первое. Второе. Они рассматривают Россию как экстенциального, постоянного противника или даже врага. И вбивают это в голову простого американца, потому что это плохо, потому что это настраивает общество. То, что касается преследования Трампа, ну это, конечно, для нас то, что происходит в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Почему? Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы...